вообще? Какой? Жопой. 100, мать его, 2000 рублей. Самое адекватное будет это отдать его кому-то из вас. Спасибо, что включил, с тобой Герасев. Но сегодня, ребята, я снимаю видео не один, а снимаю с крутыми ребятами. Знакомьтесь. И сегодня мы участвуем просто в сумасшедшем соревновании. У нас есть 4 бочонка. Один бочонок с нашими именами, один бочонок с разными товарами, от хлеба до макбука. Третий бочонок у нас со временем, от 30 секунд до, по-моему, 10 минут. Четвертый бочонок у нас с частями тела. Там у нас есть рука, а есть язык, а есть нога. В общем, все увидите. Так вот, ребята, что сейчас будет происходить? Смотрите, у нас есть бочонок, например, с именами. Смотрите, один из нас вытягивает оттуда бумажку. Вот, тут написано имя Гоша. Значит, Гоша будет покупать товар. Марк вытягивает, какой товар Гоша будет искать в магазине. О, Ментос Кола. Ментос Кола — это одно из самых, ну, легких, то есть ему повезло. Третий бочонок вытягиваем, какой частью тела Гоша должен коснуться колы и Ментоса, чтобы это засчиталось. Ухо! То есть Гоша должен коснуться ухом колы и Ментоса, чтобы он ее не покупал. И последнее, сейчас самое важное. Гоша тянет, сколько времени у него будет, чтобы найти этот товар в огромном-огромном магазине. Сколько? Там, по-моему, одна минута. Одна минута, братан, это будет трудно. Все, Марк засекает, Гоша готов. Это такой первый пробный. Вы сейчас поймете, что мы будем делать вообще. Раз, два, три, погнал! Отстаем, отстаем, Марк. Гоша, все. Ты быстро бегаешь, нифига себе. Гоша, ты не успел. Ну, это действительно не так страшно, потому что все-таки колы и Ментос не очень дорогие. Но вот когда у нас будут всякие айфоны, макбуки. Все, ребята, пока что проигрывает Гоген, у него там 130 с чем-то рублей. И, кстати, я забыл сказать, что у нас проигравший получает тортом в лицо. Все, ну, этот раз я вместе с вами, давайте посмотрим. Марк! Пошла твоя череда. Так, товар. Достань макбук. Давай, что-нибудь достану, дорогое. Телевизор 4К. О, нормально. Телевизор 4К. Коснуться ты должен волосами. И времени у тебя на это... 2 минуты. Все, Марк, у тебя всего 2 минуты, чтобы найти 4К телевизор. Раз, два, три, погнали. Что-то он не торопится. Но он знает, куда идти. Марк не знает, что такое 4К телевизор. Я думаю, мы ему не будем помогать. Хотя все, я вижу, им видео. Гоня, догоняй. Здравствуйте. Что 4К? 30-40 секунд. Марк, ты можешь спросить? Вот. Ладно, давай. 4К. Я дотронулся оторванными волосами. Вот, оторванные волосы. А, ты хитрец какой. Да. А что, мне бабушку совать телевизор? У тебя оставалось 8 секунд. У тебя 8 секунд осталось, братан. Боже мой, только не, пожалуйста. Марк. Еее, опять Марк, отлично. Презервативы. Блять. Какой часть? Ты же еще не просто руками должен взять. Че? Какой? Жопой. Чтобы вы понимали, Марк не может взять презерватив руками и жопой вот так вот к жопе представить. Помню. Ты должен именно жопой коснуться. Ну времени. Ой. Это, по-моему, самая большая карточка была по времени. У тебя есть время подумать. Да, готов, пойдем. 3, 2, 1, погнали. Пойдем. Да как я их там достану жопой? Господи, как это неловко, а? Смотрим. Ищем презерватор. А вот они. И смотрите, в чем прикол. Они так близко и так далеко. Можешь зайти в Ашан все-таки. Очень стрёмно. Маленькая просьба есть. Так, идем в Ашан. В общем, это оказалось не так просто. Потому что в Ашане мы их найти не можем, а в аптеке Марк сыт. Где? Они тут где-то, Марк, ищи. О! Это они? Да, гороскоп любви. И не заплатили. Я лев.
Все, теперь я тяну, давайте. А не, я не буду перемешивать, мало ли я внизу там. Гоша, товары, Гоша, что у нас Гоша будет сейчас покупать? Чтобы очень обрадовался. Сколько времени? Просто тебе повезло. Полбега. Ладно, раз, два, три, пошел. Так, ну магазин очень рядом. Прошло 5 секунд. Так, тут спокойно, у нас есть время. Нормально, вон могу. Братан, 14 секунд. Успел? Почти, чуть-чуть не видно было. Ты сделал? В общем, мы сейчас пересмотрели слоумо, там плохо видно, но Гаем правда лизнул и успел. Главное, давайте следующий. Давай, Марка. Марк! Так, и что у нас на этот раз? Бутылка виски! Алкоголь, блядь. Локоть! 30 секунд, братан. Надо быстро делать. 3, 2, 1, пошел! Все люди думают, что мы так бегаем по магазину, что мы тут что-то грабим. Братан, мы только зашли 20 секунд. 25 секунд. Где? Стоп. Тебе просто покупать виски, причем дорогой виски. Я хочу Белс. Ну возьми Белс. Ну. Действительно. Не пропаганда. Алкоголь это очень вредно. Это вообще безалкогольный лимонад. Да. Ребята, пить вредно, не пейте никогда. Спасибо большое. Так, ребята, теперь тяну я. Все, пожалуйста. Марк, я хочу, чтобы ты бегал. Третий или четвертый раз. Я устал уже. Да, черт, сейчас я. Боже мой, что-нибудь нормальное, я тебя умоляю. Да, блядь. Не, ну ты можешь 10 минут вытащить, и ты успеешь, я думаю. Нет. Нахера мне iPhone XS Max? У меня есть, у меня такой же этот телефон есть нормальный. Блять, я должен зубом еще коснуться. Вы что, угораете, что ли? Зубами его схватить, а вот так вот опустить, блядь. Нет, я не готов. Подожди, я. Ну вы что, угораете, что ли? Есть только один дубль. Готово? Да. Поехали. Что ли? Все покупали, и Марк покупал, и Гоша покупал, так что и ты покупай. Я бежал как сумасшедший, это физически невозможно добежать там. Да у Сын Бога не добежал. Нет, пацаны, нельзя, ну нахера мне он нужен, блядь, у меня есть телефон. У меня нормальный телефон. Пацаны, давайте мы выключим камеру и переснимем. Ты позвал ребят участвовать в ролике и сам не выполняешь правила. Вот они стоят, смотри. А ты какую хочешь версию-то? Давайте я куплю телефон, но мы тогда его... Мне он не нужен, вообще я его продавать не хочу. Давайте его туда разыграем. Нам нужен iPhone. XS Max. Да, а вы анкету заполнили? Все, да, уже. Я не был готов сегодня потратить, чуваки, 102 тысячи рублей. Запаковываем. Короче, ребята, купил я iPhone XS Max 256, причем гигабайт. 100, мать его, 2000 рублей. И честно, он мне не особо-то и нужен, потому что у меня точно такой же абсолютно нормальный iPhone. И единственное, что мы сейчас с ребятами подумали, самое адекватное будет это отдать его кому-то из вас. И все, что нужно для этого сделать, это все максимально просто. Просто поставьте лайк на это видео сейчас. Подпишитесь на мой канал и на мой телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании. И, кстати, мы там ставим ставки, ребята. И, кстати, деньги, на которые купил этот iPhone, я вот поднял как раз на ставку, так что переходите, подписывайтесь. И в комментарии под этим видео укажите ник своего телеграм-аккаунта, чтобы я вам смог написать. Мы не вилсакомы, у нас мало подписчиков, участвовать, скорее всего, будет мало людей, поэтому шанс очень большой, обязательно участвуй. Через 2 недели, ребята, разыграем в прямом эфире, отправим в любую точку мира по почте. Поэтому всем желаю удачи. Ну, а, ребята, а самое страшное, что помимо того, что я сейчас потратил 102 тысячи рублей на этот iPhone, я еще, так понимаю, я проиграл в сегодняшнем соревновании. Поэтому сейчас мы идем покупать торт, и я еще получу торт в лицо. Участвуйте в конкурсе. Ну а с тобой был Герасев. Пока-пока.